Что же нам мешает? Наш эгоизм. А что нам с ним делать? Этой силы в нашем мире нет, которая смогла бы исправить наш эгоизм, которая бы смогла бы нам позволить существовать вместе, соединиться и сговориться вместе. Такого в нашем мире нет. Для этого надо привлечь высшую силу природы. А высшую силу природы мы не знаем, как привлечь. Которая бы управляла бы нашим эгоизмом, которая смогла бы его подавить, которая смогла бы помочь бы нам связаться между собой, достичь какой-то договоренности, уступчивости. Получается, что мы ведем себя к смерти и не в состоянии ее избежать. Сами по себе не в состоянии ее избежать. Есть единственная возможность – это с помощью науки Каббала вызвать высшие силы природы, которые нас исправят. Открывается курс Каббалы. Науки о мироздании, о роли человека, о возможности изменить свою судьбу, о природе всего существующего, о том, как вообще обратить всю жизнь в самое прекрасное путешествие по ней. Это все можно изучить, это все можно реализовать. И Каббала, она это все и выполняет. Давайте научимся, как это делать. Мы не продаем вам кота в мешке. Это действительно очень серьезная наука, глубокая. Но не надо очень много знаний для того, чтобы обычный человек в своей жизни смог бы узнать, где он находится, что с ним происходит, почему так происходит все в мире, и немножко правильнее сориентировать себя и всех окружающих. Я предлагаю вам принять участие в изучении этой методики улучшения нашего существования, нашей жизни. Ждем вас!